Многоквартирный дом по улице Маяковского, 61, один из первых домов города. Его построили еще в 1953 году. Когда-то там уже меняли кровлю и электропроводку в местах общего пользования. Но капитальный ремонт в доме проводится впервые. В состав работ входит ремонт кровли, ремонт фасада, утепление точнее, и замена электросетей. Как вы видите, на данной стадии идет монтаж торопильной системы. Порядка 40% уже выполнения есть. По электромонтажным работам тоже в пределах 30-35%. Утепление фасада приступит при наступлении более положительной температуры воздуха. Многоквартирный дом по улице Лермонтова, 51, тоже далеко не новый, 1959 года постройки. В этом году здесь будет произведен выборочный капитальный ремонт. Строители заменят кровли и утеплят чердачное помещение. Хотим быстрее закончить, в общем. Работы продолжаются, как бы можно сказать, в интенсивном режиме. Сделано где-то 10% в общем, от общего объема. Это не единственные дома в Альметьевске, в которых проводится капитальный ремонт. В этом году капремонт почти на 300 миллионов рублей пройдет в 62 многоквартирных домах. В 18 из них запланирована комплексная работа. В 13 – замена лифтового оборудования. А в 16 – заменят общедомовые водяные счетчики. Сегодня строительные работы уже ведутся в 25 многоквартирных домах. На сегодняшний день работы в сравнении с 2015-2016 годом начаты на полтора месяца раньше. Ведутся работы уже на ремонте кровель в 17 многоквартирных домах. Электромонтажные работы ведутся на всех 20 многоквартирных домах. Процент выполнения на сегодняшний день составляет более 10%. В Альметьевском районе капитальный ремонт жилья проводится с 2008 года. За это время из 1002 многоквартирных домов капитально отремонтированы 408. Радик Рахимов, Полина Сураева, Эдуард Прокопьев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочешь, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».